Вы смотрите отзыв об отеле El Caro El Suite. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Зося Звездочка, который был в нем в 2013 году. В этом году мы впервые поехали в наш обожаемый Таиланд втроем, взяли с собой мамулю, которая до этого никогда за границей не была, но очень хотела увидеть эту великолепную страну улыбок. Выбор отеля был долгим и на радость нам всем удачным. Обслуживающий персонал отеля очень вежливый и предупредительный, всегда и во всем стараются помочь своим постояльцам. Завтраки в отеле проходят в ресторане на улице под навесом, с 7 до 11 утра. Сказать, что они просто вкусные, это ничего не сказать. Они великолепно разнообразные, очень вкусные. На завтраках предложено несколько видов мясных, рыбных блюд и блюда из курочки, яичницы и омлеты с различными наполнителями. Много фруктов свежих и всегда изумительно вкусная выпечка, напитки соки натуральные, чаи, молоко, и конечно же кофе несколько видов. На десерт всегда три вида вкуснейших йогуртов. В общем, я даже не представляю, как при таком завтраке можно остаться звездочкой голодным звездочка. Повара и официанты профессионала. В конце поездки я купила букет орхидеи в благодарность преподнесла им от души, поблагодарив за прекрасное питание. Мы проживали в номерах One Bedroom Suite. В D-номере присутствует все, что прописано на сайте отеля. Ванная комната укомплектована джакузи, душевая кабина, ежедневно пополняется шампунем, гелем D, душа, кремом D тела, зубными щетками с пастой и бритвенным станком одноразовым, а также шапочкой и ватными палочками. Есть в номере тапочки и халаты, достаточная колба полотенец, в том числе и для бассейна. Плечиков достаточное количество, эйф. Белье меняют ежедневно. Кухня укомплектована полностью и посудой, и микровелой, и чайником, и большим холодильником. Ежедневно приносят чай, кофе, сахар и сухое молоко. Имеется в наличии зонтик на случай дождя. В холле в любое время дня и ночи можно выпить горячего кофе или чая с вкусными песочными печеньками и посидеть у компьютера, стоящих там же. Бассейн находится на втором этаже, он не очень большой, но с хорошей глубиной и отделением с джакузи. Имеются три сауны с сухим паром и хороший спортзал. Сам отель находится недалеко от центра фестиваля с одной стороны, в 12-15 минутах ходьбы от Тукома и в 14-17 минутах от магазина Big C Extra. Расположение удобное, тук-туки ездят в обе стороны, но в то же время ночью можно спокойно спать. Рядом с отелем 3 обменных пункта, 6-7 массажных салонов, а прямо напротив ресторана отеля круглосуточный магазин. В общем, все удовольствия за ваши деньги. От отеля до пляжа пешком 15 миль, на тук-туке в 3 раза быстрее. Своей территории отель не имеет, но это нас не смутило, хотя прошлые разы мы жили в отелях, где была своя и немаленькая территория. В общем, смело могу рекомендовать туристам этот прекрасный, очень уютный и вполне комфортный отель. Моя мамуля, которой 76 лет, в восторге осталась от отеля, и от Паттайи, и от Бангкока, и от самой страны, и ее доброжелательных и очень спокойных жителей, дарящих нам бесконечно нежные улыбки. Побывав в этом раю однажды, нас все время туда тянет. О экскурсиях писать не буду, о них много писали, пишут и будут писать, а вот о массажах немного напишу. В этот раз нам предложили посетить массажные салоны и салоны спа под названием «Звездочка на рая звездочка». Мы делали два комплекса массажа и спа-процедур, 5 и 7 дневные. Остались от этих процедур в полном восторге, получается, и прекрасно отдохнули, так еще и здоровье поправили свое. На массаже нас привозили и отвозили после процедур назад в отель. В общем, сервис на подобающем уровне. От души желаю всем рассматривающим Таиланд, как страну своего очередного отпуска, ехать туда с удовольствием, там вы его получите в полном объеме и от отелей, и от массажей, и от шопинга. Кому что интересно. Я прощаюсь с любимым Таиландом на этот год, но надеюсь не раз еще в него вернуться. Чего и всем вам, дорогие туристы, от всей души желаю. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.